14 октября 2017 года продолжается строительство станции метро Беломорская. Сейчас для жителей района до речного вокзала ходит много автобусов, троллейбусов. Вот после открытия станции часть из них. 58 90. Беломорская звезда, уже схожу с ума. Вижу фото на стене я, длинная мечта. Почему же ты не знаешь, что на свете есть один, кто готов называть тебя мой господин? Беломорская звезда, уже схожу с ума. Вижу фото на стене я, словно птицы, пути, как реки, серебро. Подземная гордость столицы, любимое наше метро. Метро мое, московское метро, ценое украшение столицы. Метро мое, московское метро, подземного тоннеля колесница. Метро мое, московское метро, из города надежная основа. Метро за окнами словно в кино, как будто дворцовые залы, привыкнуть нельзя все равно. Метро мое, московское метро, ценное украшение столицы. Метро мое, московское метро, подземного тоннеля колесница. Метро мое, московское метро, из города надежная основа. Метро Вспомним, что говорили чиновники 22 апреля 2014 года. На самом деле, вот жители дома, около которого станция планируют строить, конечно, они, им не очень это удобно, потому что ну, жить там почти 2,5 года в режиме там строящий котлован, когда из подъезда вышел и строящий котлован, наверное, это не очень комфортно. Конечно, для жителей округи вокруг и строящих домов, конечно, дополнительная станция, ну, 5 минут экономии времени пешком. То есть. Жители уже сдают свои квартиры, не хотят там жить на фоне постоянной стройки. Те кирпичи. И все уже готово. Когда же запустится движение? К Новому году, к майским праздникам, к выборам президента, к выборам мэра. Или, может быть, к следующему Новому году. Пишите в комментариях.